Ух, как мы вовремя слиняли оттуда, ёлы-палы! Так, бойцы, занимаем в этом окопе позиции. Оружие к бою можете сразу уже приготовить. Прям все здесь? Прям все здесь. Че? Пулеметчик с помощником, вот туда топайте, в этот. В разбитый дзот. Все, парни, заняли окоп этот и наблюдаем вот эту зеленку. Че, если увидите, говорите, без приказа не стрелять. Господин Шлинтана, разве да. Ну что, доклады? Смотри, с азимута 10 идет как минимум взвод красноармейцев. Все, ребята, уходим, уходим, снимаемся все. Все, снимаемся все, уходим. Куда? За мной, за мной, за мной, за мной отходим. Господин Шлинтана. Говори. Можно я заберу раненого с собой? Я тоже ранен, но пойдем. Да, давай, в медсамбат дуйте. Да, он толком. Все, парни, второе отделение, все здесь окопались. Чилинтан, Чилинтан, отходим назад. Вы сейчас идете к окопу, где Максим стоит, обходите по дороге, идете на свою желтую метку, где дорога. На востоке. Ты же говорил, мы вообще в зону возвращаемся. Движение, ну движение, вот так обойти хотя бы, потому что на первом знаке уже противник. Я понял. БС, давайте к Максиму, отходим назад. Движение, так, за мной, отделение, за мной. Отделение, за мной, все, пошли. Все, пошли. Полетели, Катюша. Еще полетели? Вот. Вот. А, нет, это уже упали, да. Все, бегом, надо за те позиции занять. Бегом за. Давайте бегом, занимаем там позиции в одном, и здесь пулеметчик, давай в этот. Так, открываем огонь, вперед, по той зеленке, вперед, наш, открываем огонь.
Все, ведем бой. Ведем бой. Куда? Хуязина, да. Да куда, куда? Перед собой бери, по зеленке стреляй. Заливайте 320, пулеметчик, работай. Там и там. Все, работаем все. Давайте, ребят, работаем. Ребят, работаем, чё вы там? Работаем. Пулеметчик, сюда перебегай, на эту сторону. Здесь позицию за ним. Добей их. Ты полечилась уже? Да. Ну вот в ту направление забей, они оттуда пулеметом работают. Азимут 300, вот азимут 300, давай по верхушкам. Он... На мою позицию приди вот сюда, тут я виднее. Вот, туда работай, да, по зеленке, поверх, туда, дальней. Вижу. Давай, вон они сидят там. Сколько до них примерно? Да, метров 300 максимум. Даже 200, может, 300 где-то. Вижу.
работаю, работаю. Патроны нужны еще? Вон еще справей нас там это лежат, патроны можно взять. Вон на горе, вот туда вот построили, они там тоже тусуются. Парни, давайте на тот фан держите больше. Чего у вас все прибежали-то? Мексика, давай на тот, кто так оп перебегает. Лока, здесь держи контроль, это зеленки. Не, отсюда они не пройдут, тут мины. Вот эту именно зеленку держи, которая перед... О, заливай. Че, убери, давай, забирай пулемет вместо нее, давай, строчи дальше. Давай, вон, азимут они сидят. На 310. Не, на 290, давай. Да, на. Не, у меня есть. Да я тут все позабрал, что ты, у меня 8 штук. А, блин. Че там, полечился? Да, давай, с парнями на той стороне держи их вместе с ними, позицию держи. В том окопе. Чё, пробежал, да? За патронами? Да. Давай, давай, не, с Лока, работай. Только выше подымай ствол. На Ctrl W выше подыми. Да, 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 вот. Давай, давай, вон они. Вон, вон, вон там, давай, работай по зелёнке потом. Метров 300 ставь. Так и стоит. Ты вон пулемет начал работать, давай. Подави его, подави пулемет. Давай, 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 дави, дави, дави его. Левее, чуть-чуть левее. Ниже, метров 200 ставь, метров 200 ставь. Нету 200. Ну, ниже, значит, чуть-чуть ложи. Вот, сейчас, чуть-чуть выше, правее, правее чуть-чуть. Че, подходит отсюда, нет? Нет. Давай на ту сторону держи.
Что там, патроны закончились? Лока, давай на ту позицию бери. Лока, Никите, на ту позицию, давай, бегом. Что там, Раптор? Держится наш? Да, да, да. Потери есть? Парни, два с фланга, блядь, потому открывайте огонь, с фланга стреляют. Все, ребят, отходим по дороге назад на следующие рубежи атаки. Слышите меня? Все отходим, отходим все. Все отходим назад, назад в ту сторону отходим, отходим, отходим все. Все, отходим, 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 бегом, 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 за мной, бегом, бегом, бегом. Отходим, отходим, отходим. Бегом, 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 отходим.
Как мы вовремя слиняли оттуда, ёлы-палы! Все, ложимся, ложимся здесь, ждем следующий этот. Обороняемся здесь, следующие рубежи. А он что, погиб там? Как я понимаю, да. Все, 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 держим здесь позиции. Занимают вот эти вот окопы, окопы вот эти. Так, нас фланг обходит. Так, не спим, открываем охоню в этом на нашей позиции, где мы были. Работаем. Там уже противник. Вон, смотрите, дымы бросают. Давайте, работаем. Работаем, работаем, работаем. Это атака идет. Вон они, на пригорке. Работаем. Работаем, работаем, парни. Вон они обходят, обходят. Все, смещаемся туда дальше по линии наши окопы. Следующие, следующие, побежали туда. На той точке, где вы были, туда противник перебегает. Да, откуда да, да, мы отошли, потому что там ударили по нам. Мы вовремя уж. И смотри, за домом медики. Вот, уже атакуют, тут вот здесь сейчас будут. Так, парни, продолжаем вот эти окопы держать. Возвращаемся на эти окопы. Возвращаемся в эти окопы. Держим фланги вот эти. Они сейчас отсюда будут заходить. Так, здесь позицию держим, здесь позицию держим. Угу. Зови того, чтобы здесь задержим, тут нам больше видно. Да, 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 да. Пулеметик подобрать. Видите, стреляйте.
стреляй, 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 чё ты сидишь там? Да нет. По зеленке просто стреляй. Беспокой их просто. Смотри, боец, боец. Раптор. Бери его. Знаешь, где медсамбат есть? Нет. Ну, здрасте. Вот там дальше амбар есть, медсамбат. Тащи его на себя, именно взвалить, нести. И давай, бегом, я прикрою тебя. Не тащить, а именно нести. Давай, понюхай. Давай, 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 тащи. Живых есть на юге противник. Да я один, один, я здесь уже. Противник. Сова, я уже один. Понял. Есть патроны? А что, нет патронов у тебя? Ну я хотя бы взял бы чуть-чуть где-то. Вот. Мои мертвы уже все. Короче, попытаюсь пулемет окоп штурмовать. И вот там сзади противник, вон где дымы. Ага, вижу. Чинтан всех пережил. Ого. Да, молодец. Как командир обязан.